Каждый геймер знает, что такое рутина. Сначала рашишь через данж, забитый зомбями, потом на базе отбиваешься от бесконечных волн тупых мобов, в финале выбиваешь из босса сначала дерьмо, а после вожделенный лут, и, наконец, приходишь домой, чтобы погонять в любимую игру, а там все то же самое. FunPay поможет обменять твои кровные на нужный предмет или услугу, чтобы ты мог позабыть про унылую рутину и насладиться игрой. FunPay. Никакой рутины, только фан. Так, алло, да, здравствуйте. То есть мне надо вот это посмотреть для того, чтобы я был хайповым молодежным стримером, правильно? Ебать, что нахуй? Он его инвертарь высосал и высосал. Чё? Ебать. Не, кстати, а вот это было бы прикольно, если бы такое было возможно. Вот это было бы круто, реально. Блять, реально? Показалось. Блять, реально? Ебать, это правда? Такое можно? Слушайте, подождите, знаете что? Вот комментатор, который комментирует каждое происшествие в этом видео словами «О, офигеть, что, ебать, прикол!» Зайди в Дискорд, давай вместе отреагируем. Я понял, для большего хайпа мы сейчас с ведущим. Я просёк, как хайпить. Все, я понял. Алло. Да, привет. Давай вместе смотреть это видео. Блять, там он очень важный, нахуй. Блять, из Роблокса. Чё? А, Роблокс, да, чё? А, это самое, да. Вау. Вау. Еба. Еба, чё, так можно? Он его притянул в солнце. А как это? Это что, это мод на Майнкрафт, что ли? Не, похоже это на Майнкрафт. Это непонятно вообще. Это новый, это слив разработок, может, что? Бля, он его убил куском лица своего. Еба, этот железный еблан. Да. Блядь, чего? Они за ними бегут, блядь. Офигеть. Ебать, гля! Ебать, летающая хуяила! Офигеть! А чё, так можно было? Видимо. Это пипец! Не, а вот это я видел, по-моему, вот этот вот. Да, я тоже катался на этом еблане. Нихера вон дрим! Ебать! Чего? Новой фирмы. Блять, офигеть. Какой он жесткий. Не, он реально жесткий. Жесткий план. Бля, он сплю. Ебать. Ебать. А что так можно было? Что? Блять, я все это время неправильно в Майнкрафт играл. Да. Ну давайте СП на этой версии, вот которая у да, них. Было бы это неплохо, певец, да. А, это из ПШ? Бля, жалко то, что я это уже смотрел, по-моему. Я не знаю, я смотрел это или нет. Не, не смотрел, я вообще помню. Ебать. Чего? Ебать, что, бля? Ебать, что? Ебать. А чё, так можно было? Офигеть. Чего?
Это уже это пипец. Чел гений. Офигеть. А что, так можно? О, не окей, он наковальню убил, офигеть. Самолет! Скрэппиханик, офигеть. Блять, он взорвал Луну. Да! Фортнайт! Отсылка на Лэнд Дэй. Где, правда? Да, вот-вот, его. Блять, его сглющило жестко. Да, это отсылка на Венсу, это да, это самое. О, свиноеблан! Блять, сплющил его в 2D мир. Да, он типа этот, хуило. Офигеть. Глянь, он разрезал что? Своего друга Стива. Вот бы меня босс так же. Блять! Чего? Руна! Блять, жестко! Блять, офигеть, самолет! Игра забагала! Багануло, багануло! Лаги, лаги! Чего? Нет, это невозможно, это пипец! Мега лук! Он сейчас убьет его нахуй! Чего? Офигеть! Нет. Глянь, можно было ветки добывать! Да! Ебать! Ты можешь повторить такое? Да, давайте, босс! Пиздец. Ну, ты реально сможешь показать? Да, да, могу. Сейчас. Сейчас, у меня тут специально для этого... Сейчас. Блин. О! Блядь, ты чё, дурак? Блять, я не буду это показывать, пошел нахуй. Я не буду, блять, показывать это. Ты дурак. Блять. Пошел вон, блять. Еба. А чё, у неё есть инвентарь, как сундук? Еба! Это ловушка? Бля, ну на самом деле, кто делает это, тот гений, реально. Я не представляю, как они это делают. Но это же они моды пишут или что? Как это? Или это один блокбастер мод, или как? Блять, что? Не, бля, это охуенно. Вот это просто пиздец охуенно.
Хоф. О нет, факел. Ставит людей. Реально? Ебать, он облетел планету. Квадратную планету. Все равно, что джедайский меч уронить. Он накапливает импульс, как в Джо-Джо в пуле накапливали. Я смотрел Джо-Джо вчера. Блять, он накопил импульс. На самом деле, я бы даже на чуть-чуть бы поверил, потому что мобы, когда падают, если ты в креативе берешь моба, начинаешь с ним летать, да, этот, на поводок, и вот он падает вниз, потом вверх, вниз, вниз, и накапливается его падение вниз. И потом даже если ты его с одного блока опустишь, он разобьется. Потому что он накапливает импульс. По идее, теоретически, если вниз накапливается, то почему бы и вверх не накапливалось? Еб. Такое чувство, что это видео уже идет 30 минут, бля. И он полетит, бля! О. Бля, пацантра, знаете, что я подумал? 594 тысячи просмотров. Дело в том, что я что-то подобное придумывал, когда был помладше, когда снимал всякие ролики. Я придумывал что-то такое, но тогда не было возможности это реализовать. А если даже была, то это надо было анимацией делать. Я придумывал примерно подобную всякую хуйню. То есть у меня были в голове идеи, такие анимации, что чел берет стак этих, как их там, блять, я забыл, эндерперлов, бросает их вот так наверх. Потом в них стреляет с лука, стрелы долетают, разбивают эти эндерпёрлы, и он сам телепортируется в разные места, блядь. Потом подтягивается реально удочкой, вот такие всякие хуйни. Я придумал, и вот оно, блядь, и хайпит. А я тогда не мог, блядь. Так вот, я просто неправильно что-то снимаю, я вот такое должен снимать. Но я не представляю, как они это придумывают, но я даже предполагаю, на шарил, ну, используются какие-то вещества. Пиздец, блять. Лучшее видео в мире.